вот такая небольшая прогулка на солнечном, но морозном дне. Улица прекрасная, недалеко от церкви находимся, Crystal Forum, пастором, который является Яков Фризен. Мой отец, он нам привил с детства особенную любовь к еврейскому народу. Мы не должны ничего были плохо говорить, мы должны всегда были благословлять. В то время, в советское время, можете себе представить. И поэтому у нас всегда было такое особенное какое-то, ну, даже можно сказать, с почетом или благовением мы относились к народу, который имеет на себе обетование. Эти воскресенья мы там будем проповедовать, и сейчас пришли помолиться, просто пройтись вокруг, помолиться за город, за то, чтобы Господь посещал Германию. Я знаю, что многие молятся за это время, чтобы в Европе было пробуждение. Я верю, что Бог приготавливает это пробуждение. Да, хотелось бы, чтобы это пробуждение было мгновенным, сверхъестественным, таким каким-то особенным. Но я также понимаю, что Бог приготавливает сначала сердца людей для того, чтобы могли принять это пробуждение. Вот небольшое время, которое мы здесь проводим, позволяет нам думать о чудных делах Божьих, о том, что все народы нуждаются в Боге. Здесь, в Германии, все хорошо. Вот как бы люди очень довольны, рады. И я думаю, что это состояние радости выливается в то, чтобы менять и атмосферу. Атмосферу церковного служения. Ich weiß, es stimmt. Ich weiß, es funktioniert. Ich weiß, dass Jesus heilt. Ich weiß, dass Jesus verändert. Ich weiß, dass Jesus lebt und dass rettet und freisetzt. Sagt die Bibel, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt Jesus. Das hier ist unser Leben verglichen mit dem. Мы видим, как Бог благословил эту церковь своим зданием, служением. И вот в маленьком городке, и Бог делает такую работу для немецкого народа. И мы благодарны за это Богу. Эта церковь сильно поддерживает Израиль, поддерживает служение в Израиле, собирается в Израиль. Я благодарен, что они молятся за евреев. Я благодарен, что они приняли нас. И я знаю, что эта церковь станет благословением и остается благословением сегодня для всех, кто верит в Бога, кто ищет Бога, кто жаждет Его. Я думаю, что это для нас хорошим примером является здесь, в Европе.